Ну что же, вновь всем привет. Ну и соответственно, надеюсь, вы последовали моему совету, отдохнули, взбодрились и вновь уселись, дабы посмотреть на то, как же я буду гореть. Но пока этого особо не происходит. Как говорится, всему свое время. Всему свое время, так что входим в эти древние сточные канавы. Потому что желтые воды, я не помню, это уж точно. Так что в этом месте я не был, оно мне неизвестно, что тут, как, почему, зачем. Так что... Вот такого я тоже не помню. Ау. Есть кто живой? Это стремота. Живучести надо. Прям дико надо. Ого. Заметку, враги тут намного сильнее, намного. Как, ну как не сильнее, имеется в виду, более живучие. Что меня крайне печалит. Возможно, это и есть то самое место, про которое говорил нам, ну как не он, а я так думаю, что именно здесь нам отомстит тот, которому мы руну так и не отдали. Это если судить вообще, ну это капитальная логика. Атмосфера, что прям что-то немножко обителью зла попало. Хотя все это место одна сплошная обитель. Птички. Сука. Опять-таки все из этих птичек. Долбаные грибочки. Как я говорю, с такими я не сталкивался. Хорошо. Используем голову.
Так, здоровье не отнялось. Да? Там, блин, ну я ж прыгнуть так хотел. А, мы тоже ему урон наносим. Интересно. Значит, эта жижа не такая уж и беспомощная. Блин, ну еще и S-класс. Блин, это лук-то хороший, но мой-то лук замораживает врага. А это куда лучше, когда ты его заморозил и просто хреначишь обездвиженную цель. Вот, а тут просто урон побольше. Ну, даже не знаю. Мне кажется, что заморозка как-то будет лучше. Поэтому... Иди нахрен. Давайте, стрелы, возвращайтесь ко мне. Ну, можно и так. Допустим. Зачем я сюда пошел, а? Кто мне скажет? Так, секретки никакой вообще. Огненная граната. Но моя мощная дает мне еще плюс вот это вот усиление. А это такое себе, но, конечно, враги, которые горят, это, конечно, очень хорошо. Я бы сказал, даже очень, но... Но не в данном случае. Так, что у тебя? Мощно, мощно, не спорим, такое. Так, и весь этот путь мы проделали только ради торговца, да? Допустим. Так. Надо подлечиться. Надо прям в край мне подлечиться. И где находится моя еда? Ага, далековато. Но...
Поскольку у нас больше места, где подлечиться нет, то... Блин, я ж мог бы переместиться. Опять немножко завтыкал, бывает. Я еще, видимо, не до конца проснулся, но... Уэ. Опять долбаные грибочки. Сдохни, тварь. Я жив. Определенно, но не точно. Так, я думаю, что пришла пора вновь обрести спокойствие. Фу. Огромная локация, но по-прежнему без мини-босса. Зашибись. Ох, сколько вас понавылезало. Шикарно. Я же упорный, я постараюсь пройти это место с наименьшим количеством потерь. Так, живем. А, ты не будешь стоять, да? Да ну как, твою налево! Хорошо. Быть, пускай 200 это такое, можно вытерпеть, пускай. Пускай это служит мне напоминанием о том, что нужно быть еще внимательнее. Местечко. Брутальность важнее всего. Ну, как обычно. Прости. Но не хочу я твое проклятое сокровище. Такое себе удовольствие.
радуешь? Прям неистово. Конечно, больше брутальности. Как же без нее-то? Тут много развилок. Хорошо. А что будет, если пойдем вниз? О, босс. Но, к сожалению, не тот, что нам нужен, хотя кто его знает. Сколько мест, куда можно пойти? Наверняка и отсюда мы пойдем. В кучу других областей, которых раньше не исследовали. Да-да-да-да. А ну-ка. Не умеет наша голова, к сожалению, активировать порталы. Если бы она это умела, было бы гораздо проще. Но нет, нам нужно найти руну, которая позволит нам цепляться за стены. Ё-моё. Раз, два, три, четыре и пять. А, ну, это не четыре, да. Фу. Так, ну посмотрим, смогу ли я справиться с этим боссом. Ясно. Ау. Вот так оно, по сути, всегда и работает. Проклятие летсплейщика. То есть, когда делаешь что-то на запись, получается, мягко скажем, хреново. Если делаешь что-то не на запись, то получается очешуительно. То есть... Ну что тут поделать? Ох... радиус атаки, конечно, но вот это поливает врагов напалмом, урон 20%, станки жертв взрываются, бросает гранат. А, нельзя продать, точно. Ну что ж, не зря сходили, одним словом. Давайте же спускаться еще ниже. Даже от гранаты щит защищает. Ну да. Так, уйди давай отсюда. Да уйди, я сказал, вообще. Вот так вот. Получи.
хоть и медленное оружие, но крайне бомбическое. Очередной лор. Выглядела прочной, но теперь она сломана. Во что бы это ни стало, держи эту дверь закрытой. Если крысы выберутся отсюда, то разнесут в горы. Во время эпидемии крыс всегда обвиняют в первую очередь. Не знаю, мне крысы нравятся. И что-то не похоже, что такую дырищу могли проделать крысы. Узник номер 236. Этот заболевшим не выглядит. Но как узник здесь-то оказался? Очередная попытка побега провалилась? Что ж... Культурными. Ого. Странно, по идее я должен был врезаться в шипы наверху, а нет. Странно оно работает, но в принципе не врезались-то и хорошо. Здрасте. Вот только вас мне не хватало для полного счастья. Господи, уровень, да когда ты закончишься? Что у вас так до хрена? Птичка. Ну хотя бы так. Чем меньше птичек, тем лучше. Да падай ты уже. Я вам живым дамся. Как обычно, куча всего, но ничего нужно. Ну же. Ладно. Thank you.
просто выноситель. Орудие выноситель всего. Не хочется туда вниз падать, потому что есть чуйка, что туда я уже не выберусь. Но кто знает. Здравствуйте, а я к вам. Мясорубка S. Спасибо. Не, не хочешь? Ну, мое дело было предложить. Хороший меч, очень хороший. Так. Еще два места, куда нам нужно пойти, прям в край. Так, тут мы были, там ничего нет. О, еще одно покушать, но пока не надо. Так, еще два места, куда обязательно мы должны попасть. Поэтому как ни крути, идем к ним. Так, сначала пойдем наверх. Делать необдуманных действий. О, а вот это интересно. Там, разумеется, сила. Что за глупый вопрос вообще? Так, и что, у тебя как обычно ничего полезного? Ну что ж... Эх, топать ради торговца — это такое себе удовольствие. Яйца эти долбаные. Что пас? Вас...
У меня есть место, где я могу подлечиться. В принципе, живем. Понял. Это была в край глупая идея. Надо было вот так вот изначально сделать. Капец, половину здоровья. Просто все. Ладно. Обидно только, что зря все это проделали. Ну, поубивал я тут всех, и что? Мини-босса я тут так и не нашел, который дал бы мне какую-то новую способность. Тут его точно нет, потому что там только мы взяли плюшку и там тупик. Вернемся сейчас, возьмем себе еды. А там дальше видно будет. Туда вниз мы опять же без способности не спускаемся. Тут я приз вроде брал. Угу. Маловато, но спасибо. Все, смотрели. Прямо аж чересчур. Прямо аж. Только сюда мы не попадаем. Пока что. Знать бы еще реально зону, где этот мини-босс, который не даст руну. Потому что, ну, все уже обошел. Везде был, ну, что смог найти доступным для меня в данный момент путем. Что, ну, даже не знаю, где эта руна находится. Надо будет прошерстить, сами знаете что. Потому что мне кажется, что без этого, ну, никак. Ну все, только наверх поднимаемся, по сути. Везде были. Невыносимая гробница. Опа-на. А я думал, мы сейчас поднимемся снова к тем башням. Вот это уже интересно. Хорошо. Хорошо. Допустим. Вот это новость. Ну, здравствуй.
пускай эта плеточка, которую мы открыли, и классная, но, к сожалению, нам она не помогает. Так, ну и логично предположить, что давай мне побольше здоровья, по сути. Опять-таки подлечиться нечем. Интересно, интересно. Так. Ну и я думаю, что в принципе в эту гробницу пойдем в следующей серии или же сейчас.